Во дворце детского и юношеского творчества прошел финал 27-го городского конкурса «Педагог года 2019». За звание лучшего боролись 10 участников – воспитатели, учителя и педагоги дополнительного образования. Конкурс проходил в два тура – заочный и очный. Номинантам предстояло провести открытый урок, методический семинар, мастер-класс, а также принять участие в круглом столе образовательных политиков. Несмотря на большой опыт преподавания, для некоторых учителей испытания были непростыми. Традиционно самый сложный этап конкурса – это открытый урок, потому что, во-первых, ты работаешь не со своими детьми, новая аудитория, и неизвестно, как дети отреагируют на твои способы, на твои приемы, твои методы, твою вообще манеру общения с ними. И поэтому нужно чувствовать аудиторию детей, подстраиваться и чувствовать себя к ним комфортно. Интригу держали до последнего. Перед объявлением победителей творческие коллективы города представили танцевальные и музыкальные номера. В итоге в номинации «Педагог дошкольного образования» диплом победителя получила Виктория Копытина, воспитатель детского сада комбинированного вида номер 35. В номинации «Сердце отдаю детям» Ирина Лазуткина, педагог дополнительного образования школы номер 4. И, наконец, в номинации «Педагог общеобразовательной организации» лучшей стала Татьяна Евсютина, учитель математики школы номер 15. За плечами у нее 28 лет педагогического стажа. Для меня это все-таки была неожиданность, потому что мои коллеги такой, знаете, у нас целое созвездие тут вот собралось, такие яркие, такие дерзкие, неординарные, поэтому для меня это была неожиданность. Поэтому для меня это, скажем так, слезы, удивление, радости. Ну и я надеюсь, что для моих детей чувство гордости тоже было. Как говорит победительница конкурса, лучший педагог должен иметь горячее сердце, холодный мозг и умелые руки. Теперь Татьяна Евсютина имеет право досрочно получить высшую педагогическую категорию.